вообще была мечта, ну, бороться на чемпионате мира. То есть все к этому было, шло. И я по себе даже чувствовал, что я не раз должен был там побороться. То есть это в самбо это пик, да? То есть выше нету, да? Чемпионат мира как бы самый высокий старт. Но вот так получилось, что я не зацепил, не поборолся, не отобрался. Были моменты, нет, травмы, наверное, нет. Были моменты, когда мысли приходили, тогда, когда было такое, что мне пришлось гонять, я был первым номером по юношам сборной, отобрался на первенство мира. И в силу своего какого-то переходного возраста у меня вырос вес, мне нужно было, просто лишних было у меня 10 килограмм. И вот когда у меня вот началась вот эта сгонка, вот такие мысли приходили. То есть было настолько тяжело согнать вот эти 10 килограмм. И даже такие мысли думал, зачем я пошел вообще в этот спорт. Почему я там не занимаюсь футболом или хоккеем, где не надо там себя держать в каких-то рамках и так далее. Было такое. Ну, это было, может, единичные такие вот моменты. Победил его Тимана. Как бы у меня еще так она продолжается в плане... Так же, как раз я еще в органах, за органы борюсь. Ну, вот сейчас на области поборолся, планирую там на ПФО побороться. И посмотрю, может, даже еще годик на чемпионате России выступлю. А будет все ясно, когда, конечно, будет уже момент подготовки. То есть уже какой-то сборы какие-то пройду, нагрузка. И как вот все скажется, я уже скажу себе, да, нет. И цели у меня все, и мысли все... О тренерской деятельности. То есть уже есть ребята, которыми я уже вплотную занимаюсь. И удовольствие от этого получаю. Да, как бы многие говорят, что это неблагодарный там труд, и да, и тяжелый. Да тут много всего главного. Главного очень много. Ну просто даже не, и даже не то, что главный результат там каких-то соревнований, там титулов, званий. Мне кажется, вот больше, когда я уже, как вот сейчас во все это влез, какие-то вот даже, ну, отношения просто, вот они строятся между людьми. То есть вот это, они как дети. Нижегородский Николай Андреевич Ивашко. У всех свое время, все по-своему. Кто-то к этому раньше приходит. В плане серьезного спорта, да. То есть, да, там все дети приходят, там 7, даже 5 лет сейчас есть, берут, и 7 лет. Но все по-разному начинают уже, как бы... воспринимать спорт, да? Кто-то в 13, кто-то в 15 лет. Как Раис, вот он поздно, да, осмыслил там и стал какие-то результаты. Я маленько пораньше. У всех какой-то свой период. Не знаю, в силу чего это, но просчитать как-то или увидеть, мне кажется, ну, как предполагать можно. А чтоб точно сказать, нет, не факт. Потому что много даже и у нас в наше время с Раисом в зале занимались очень много талантливых ребят. Даже не менее, я даже считаю, может, даже больше талантливее, чем там я и остальные. Но они как бы в свое время так и не реализовали себя. Молодежь есть талантливая, есть те ребята, которые хотят. И я смотрю, что также они себя уже и ограничивают в этих вещах. Приходят, вот даже смотрю по посещаемости, в течение года все прям ровно. То есть не сказать, что прям кто хочет, он все равно приходит в зал и работает. Вообще борьба, ну это единоборство. Все равно они для мужчин очень полезны. И, как бы, мне кажется, не просто так весь Кавказ там. У них просто принято заниматься какими-то единоборствами. И я считаю, для мужчин мужчина должен все равно знать эти ощущения и чувствовать какую-то и терпеть, и боль, и просто даже какую-то усталость. Проходить через какие-то трудности. Да не надо бояться, просто надо приходить и пробовать. И ты уже здесь поймешь, ты вот наступил на ковер, попробовал, пробежался разминку, прошла первую тренировку, вторая, и ты для себя поймешь, твое или ты нет. Если нет, иди, пожалуйста, на футбольное поле, там попробуй, на лед. То есть не вопрос, надо не бояться, пробовать. А там уже подскажет тебе, кто куда.